Ребята, всем здрасте, всем скорейшего мира, всем дружбы, любви, счастья, терпения, самое главное сейчас в такое нелегкое, непростое время. Очень надеюсь, что все быстрее и быстрее закончится. В общем, всем желаю самого крепкого, самого настоящего мира. Итак, значит, смотрите, история следующая. То есть я часто вижу, и вы наверняка видите такие истории, когда нормальный мужчина, видный, достойный. То есть бывает наоборот, когда девушка красивая, классная, с ней какой-то вот прям вот упырь, и вы думаете, что она в нем нашла. Но мы сейчас об обратном. То есть когда мужчина нормальный, порядочный, я сейчас говорю о качествах мужчины в первую очередь, там общительный, умный, не тупой, и рядом с ним просто какая-то вот маромойка. То есть там, ну, не хочется ругаться матом, но, грубо говоря, если коротко, нет. Вот. Во всех смыслах этого слова. И раньше я думал, как так происходит когда-то, когда только начал об этом задумываться. Потом, конечно же, за годы своей работы я просто понял, что, естественно, единственная причина – это отсутствие выбора, это позиция снизу, это как бы совокупность, ну, по сути, это одна причина. Это отношение к себе в этом процессе, как к чему-то более низкому, чем женщина, да, то есть, ну и самое главное, нет выбора, причем этого нет только по собственной вине каждого из вас. И здесь видео будет специальными какими-то мотивационными штуками, которые помогут тебе начать этот выбор для себя создавать. История следующая, один из недавних примеров, у меня в Минске проходило мероприятие, обучающий тренинг. И получается, что к нам пришел Сергей, некий высокий, красивый, очень адекватный человек. То есть он может дать себе обратную связь. То есть здесь я прав, здесь я не прав. Все абсолютно самокритичный, нормальный, адекватный. Там ни в какую сторону нет перекоса. И он нам рассказывал историю, как у него была вот девушка, которая там флиртовала с другими. То есть чуть ли не изменяла. Очень огромная нервотрепка была там длительное время с этой женщиной. И в итоге... Ну, к счастью, они все-таки расстались. Понятно, когда, собственно говоря, я спросил, как так вышло, он говорит, ну, так вот вышло, познакомили, выбора не было, повелся, как говорится, думал, место пониже, чем голова, и так далее. Да и как бы не мог отказаться, потому что это был единственный путь хоть какой-то, какой-то живой человеческой женщине. Погнали, пошли в поля, начали подходить. Я сейчас крайне редко это делаю, только на практике на своей в Москве живой. И то, так, по желанию. Причем я присутствую в полях. И здесь как бы я решил помочь, посмотреть. То есть я здесь был не один. Вот, и когда я увидел, что происходит, ну, естественно, вопросы снялись. Потому что когда человека просто начало колбасить от одного слова, пойдем-ка подходим, посмотрим, как ты это делаешь, как ты знакомишься, он посмотрел на меня таким взглядом, типа, ну, как бы, что, прям сейчас, в смысле, мы сейчас будем это делать. То есть человека затрясло, он как будто бы услышал самую страшную весть в его жизни. Но парадокс в чем? Естественно, что у нас есть какие-то инструменты, мы знаем, как сделать так, чтобы его отпустило, стало комфортно, расслабило. И когда он начал подходить, практически все женщины, ну, тем более это Беларусь, они вообще вот так вот на него смотрели, практически все женщины, с которыми он начал общаться, они начали оставлять ему свои номера телефонов, очень заинтересованно с ним общались, и, ну, общение было просто супер крутым. И у меня возник к нему только один вопрос. Я вот его в сторону, говорю, Сергей, тебе не кажется, что все слишком легко происходит? Потому что, ну, если со стороны посмотреть, можно подумать, у этого человека проблемы с женщинами. В смысле? И это действительно происходило максимально легко. Почему? Просто потому, что мы человека взяли и сказали, а ну пойдем. Вот. И потому, что он перестал искать какие-то внешние оправдания тому, что, почему он бездействовал, почему он там не делал каких-то попыток. К чему я, собственно, все это, да, то есть, как бы, когда я спросил его, назови хоть одну причину, почему ты не делал там или не делаешь этого самостоятельно. И он, у него была своя причина, там, я там игроманией увлек, ну, в общем, погряз в игромании, никуда не выходил. То есть, это не причина, это следствие, как бы. Но ключевое, у каждого есть своя причина. Кто-то считает, что у него что-то не так с внешкой, у кого-то там якобы нет денег, кто-то живет в маленьком городе, кто-то там еще что-то, кто-то игромания, кто-то токсикомания, наркомания, кто, блин, короче, кто угодно. Ключевое, пока вы, и ты в частности, будете искать проблемы, причины вашего вот этого бездействия извне,
что угодно, кроме того, что только у вас в голове, у вас внутри, это будет просто путь в никуда. Это утопия, это ни к чему не приведет, ни к какому результату. Но ключевой-то прикол в чем, что хрен с ним, с сексом. То есть, когда ты не общаешься с женщинами, не делаешь никаких попыток туда, несмотря на то, что желание никуда не спрятать, особенно сейчас, весна, ты не думаешь о последствиях, они могут быть просто страшными. И вообще, как бы, вдумайся. То есть, ну, нет секса, ты к этому уже привык, некому позвонить, ты уже хрен с ним. Но когда в твоей жизни появится женщина, каковы шансы, что при том, что ты настолько боишься туда что-то делать, какие-то движения, естественно, как следствие, ты боишься потерять ее, поэтому ты будешь общаться с ней вот так вот, лишь бы только там, она не слилась, только бы не передумала и так далее. Я говорю про тебя, говорю, ты, ну, 90% мужчин делает так. Ты понимаешь, что хрен с ним, с этим сексом. Ты рискуешь рядом с собой, ну, как бы, чтобы рядом с тобой очутилась женщина, которая, мягко говоря, этого звания женщины недостойна. Это может быть конченая блядь, это может быть какая-то просто там с неправильными, нездоровыми ценностями. Это может быть какая-то развратница, распутница, нимфоманка. Та, которая будет не уважать тебя, не уважать там твоих родителей, все что угодно. То есть это может быть женщина, которая просто испортит тебе жизнь. Вот об этом, пожалуйста, задумайся. То, что сейчас ты бездействуешь туда, в этом направлении, еще раз, есть рука или другая рука, или какие-то приспособления, не знаю, у кого как. Это хрен с ним. Но есть жизнь, она у тебя одна. И сейчас, сейчас мы сделаем следующее. Значит, чтобы ты понимал всю серьезность, да, как бы я тебе это говорю. Давай мы сейчас немножечко, я хочу тебе помочь не попасть в это болото, да, то есть чтобы ты осознал, что может произойти с твоей жизнью, сейчас ты будешь бездействовать, и вытащить тебя оттуда по мере возможности. Давай сейчас поговорим о том, что у тебя в голове в тот момент, когда ты видишь женщину, которая тебе нравится, не знакомишься с ней, не подходишь, там, не общаешься, не проявляешь туда какую-то инициативу. Я здесь накидал какой-то список возможных твоих отговорок. И сейчас я буду заколдовывать тебя, когда ты это услышишь, ты пойдешь и сделаешь свои знакомства и поймешь, насколько это легко. Значит, смотри, что у тебя в голове? Иногда нет ничего, иногда просто ступор абсолютный. Просто вот все, туман, белый шум. Как бы. Но это бывает редко. В основном у тебя начинаются в голове какие-то отговорки, оправдания, объяснения себе, почему ты этого не делаешь. То есть это неэффективная стратегия. Потому что если бы ты сказал так, я не делаю, потому что я сейчас там боюсь там того-то, того-то, или думаю так-то и так-то, было бы проще. Но когда ты начинаешь... Да вот она мне не нравится, да вот, слушай, она уже там ушла далеко, я спешу, да мне, я сейчас к этому не готов, мне все так плохо, мне все. Это печальная история. Итак, допустим, когда ты видишь женщину, внимательно ты такое говоришь, что подумают люди? Что подумают люди? Я тебе так скажу, людям абсолютно срать на тебя вообще. Во-первых, сними свою корону, выкинь ее, то есть ты далеко не королева английская. Во-вторых, у людей свои проблемы. Ипотека, жена, то все, проблемы на работе. Никто ничего не подумает, отбрось эту тупую иллюзию. Никто не будет снимать тебя на телефон, рассылать своим друзьям. И даже они это сделают, это видео далеко не будет вирусным. Людям на тебя насрать. Просто, абсолютно, с третьего этажа большую кучу. Поэтому забей. И говори себе, если у тебя так в голове такая мысль, что подумают, вдруг они там меня не оценят. Еще раз, ты им нахер не нужен, у людей свои проблемы. Далее, я не знаю, что ей говорить. Подойди так и скажи, я не знаю, что тебе говорить. Ты очень красивая, блин, я волнуюсь, реально. Первый раз такое со мной, обычно не волнуюсь. Я не знаю, что тебе говорить. Блин, ну ты мне понравилась. И даже если ты сделаешь вот так, это будет намного эффективнее, чем если ты просто будешь стоять, смотреть и думать, я же не знаю, что говорить. Зачастую бывает такое, что если ты уверенно это скажешь, девушки сами тебе будут помогать. Они действительно будут говорить, да ладно, что ты, все нормально, расслабься, там я там Таня, я Маша, я Катя, не знаю, или там все хорошо, ты замечательный парень и так далее. То есть они тебе помогут. Я боюсь, что выглядеть глупо. Я боюсь выглядеть глупо. Блин, я сейчас какую-то тупость сморожу. Как-то она подумает, что я дебил. Выглядеть глупо – это тогда, когда у тебя некому позвонить даже. А ты взрослый, нормальный, молодой, красивый, умный, не тупой, развивающийся мужик.
Вот это глупо. Глупо, что у тебя не с кем заняться сексом. Глупо ездить по проституткам. Глупо сидеть и ждать, что ну вот моя никуда не денется, это же судьба, она придет ко мне, ее там айс привезет там из вертолета, ее там спустят тебе на канате. Не будет такого. Глупо сидеть на жопе ровно и думать, что твоя жизнь как-то наладится, изменится. Поэтому самое глупое, что ты можешь сделать, это бездействовать. Далее. Я боюсь, что могу сказать что-то лишнее. Лучше сказать что-то лишнее, чем вообще ничего не сказать. Ну, это же так, это же истина. Хоть что-то нужно сказать, тогда будет хоть какой-то результат. Если ты ничего не скажешь, никакого результата не будет. У меня нет денег. Вот. Или там она вот такая вся, какая-то гламурная, какая-то там, не знаю, супер-супер-супер. У меня нет денег. Для того, чтобы женщину, тебе не нужны деньги. Я есть живой пример того, как можно быть бедным, нищим ПТУшником и заниматься сексом хотя бы с красивыми девушками на дорогих автомобилях. Ты можешь в это верить, можешь в это не верить. Когда-то я этот путь прошел. Я до сих пор живой, здесь ничего со мной не случилось. Поэтому, поверь мне, у красивых женщин куча додиков, которые бегают вокруг них, ухажеров, которые там, что мне сделать, чтобы ты вызвонилась? Что мне сделать, чтобы ты пошла? Не это им нужно. Круто, да, конечно, круто, когда у мужика есть деньги, и он еще и не дебил. Но если у него есть деньги, он дебил в плане общения с женщинами, он общается с позиции снизу, он не вызывает у него, как у женщин, никакого интереса, никаких чувств и эмоций, он ей нафиг не нужен. Самое главное, чтобы в тебе была перспектива и потенциал. И когда-то я очень часто слышал, будучи босоногим мужиком, который работал на стройке, ну, в прямом смысле слова, просто иногда не было денег даже заправить автомобиль. Ты сейчас скажешь, что у тебя же был автомобиль. Это еще одна отдельная история. Ключевое. Мне очень многие женщины говорили, я чувствую в тебе потенциал. Я очень хочу, чтобы тебе красивые девушки, которые тебе нравятся, неважно из какого они там социального слоя, чтобы они тебе говорили, я чувствую в тебе потенциал. Это колоссально заряжает тебя энергией. Далее. Она пафосная, она статусная и так далее. Если она идет в шубе, там, купи себе такую же шубу, одень ее и ходи. Ну, по сути дела, все, тогда ты такой же пафосный или статусный. Она в первую очередь женщина. Просто услышь меня. Это просто женщина. Это просто женщина, которая круто одета и, скорее всего, умеет себя нести вот так вот, гордо подать. И именно поэтому все мужики думают то же самое, что и ты. И именно поэтому, когда ты будешь подходить и знакомиться с такими девушками, они будут говорить, блин, как здорово, о, спасибо, вы такой уверенный, как хорошо, что вы подошли, ко мне вообще редко подходит. И это так и есть. Она просто женщина. Никто еще не знает, какая она. Может быть, она вообще там, не знаю, тупая. Может быть, она злая. Может быть, она там какая-то не вообще не, ну, не с твоей какой-то картиной с мира не связанная. Может быть, она еще какая-то, блин, злая, негативная. Ты не знаешь об этом. Ты видишь вот эту картинку. И это связано с твоими неправильными ценностями. С чего ты, сука, взял, что женщина, которая там вышла из дорогого авто, она как-то лучше женщины, которая не вышла из дорогого авто? Ну, блядь, лучше бы она работала какой-нибудь акушеркой, гинекологом, там, и, не знаю, там, обычной какой-нибудь, там, научной сотрудницей. Поверь мне, это гораздо более... хорошо часто характеризует человека. Я не говорю, что это типа обязательно все богатые и плохие, все бедные и хорошие. Нет. Но зачастую такое бывает, что человечности больше в обычных простых девочках, как бы, и больше радости от общения с ними будет. Далее. Я спешу. Ты думаешь, что ты спешишь. Куда? То есть мне некогда сейчас знакомиться. Ладно, в следующий раз. Да не будет следующего раза. Тебя завтра может трамвай переехать. Завтра может все что угодно начаться, в том числе та херня, которая происходит сейчас, и ты понимаешь, о чем я. И никто не ждал, не ожидал и не знал, что будет такой пиздец. Но так или иначе он происходит, как бы. Куда ты спешишь? Сейчас самое важное. Сейчас происходит то, что для тебя самое важное. Сейчас может измениться твоя жизнь в корне, потому что, возможно, ты встретишь свою любовь, и она будет именно ей, именно той, которую ты ищешь. Она в наушниках, она разговаривает по телефону, там, что еще? Какие еще у тебя мысли, когда ты видишь девушек? Сейчас же очень многие разговаривают по телефону.
подойди, вот так вот сделай, скажи, здорово, привет, там, круто выглядишь, убери наушник, кое-что скажу, это важно. Это легко, это легче, чем ты думаешь, как же так, я же ее отвлекусь. Чего ты вообще взял? Не обманывай себя. Если бы это была твоя одноклассница, которую ты не видел лет 10 там, или 20, там, не знаю, Людка, с которой, или там подруга детства, вы с пеленок в садик вместе ходили, с одного двора, там, не знаю, какашки вон, кошечки бросали друг в друга. Да ты бы подошел, так сказал, эй, здорово, Людка, как дела там, типа, ты че там, хорош болтать. Поверь мне, и себе поверь, самое главное. Ты бы нашел способ ее отвлечь, и тебя бы это вообще не парило. Или если бы это ты был одиннадцатиклассником, она была бы первоклассницей, первоклассником. Вы оба мальчики, типа. И она должна тебе денег, прикинь. И ты такой, а, ладно, она же в наушниках, да, точно. Мужик, очнись. То есть, когда ты себе говоришь эти вещи, ты себя жестко, правильно, на, мы воешь. Она уже далеко ушла. Ну что, в смысле далеко ушла? У тебя что, ног нет? Если бы тебя ужалила змея, и тебе сказали, вон, видишь, вон, там далеко. Девушка идет, у нее есть противоядие, а у тебя есть 12-15 минут для того, чтобы не сдохнуть. У тебя будут вопросы, далеко она ушла или недалеко она ушла? Она с подругой, она не одна. Подруги! Это только плюс. Это больше опыта одновременно, они могут поддержать общение. Да, могут и не поддержать. Если они будут на тебя наезжать, звони мне или кому-то из моей команды, приедем, наваляем их вместе. Я помогу тебе, заступлюсь за тебя. Главное, что я хочу до тебя донести, да, то есть попробуй использовать те вещи, которые я сейчас говорил. Просто научись сам с собой так разговаривать. Эти фразы, которые я сейчас тебе сказал, ты можешь даже, не знаю, взять их с собой куда-то в поля и начать пробовать там знакомиться с девушками. Как только ты начнешь мыслить вот так, чтобы говорить себе, это все отмазка. Нет, ты не прав. Ты сейчас, короче, сделаешь, потому что вот это, вот это, вот это. Как только ты будешь честен с собой, у тебя все задвигается. И я верю, что, используя вот эти техники, у тебя действительно легко может получиться, если ты сейчас прямо выйдешь, прямо сейчас, да, именно прямо сейчас ты выйдешь и пойдешь знакомиться с красивыми девушками, создавать себе выбор. Знакомство – это вообще первый шаг. Там еще надо научиться как бы общаться нормально с позиции сверху. Надо научиться различать бледину какую-то от нормальной стоящей женщины. Нужно как бы понять, что за женщина с тобой общается. И только тогда у тебя есть шанс реально не профакапить свою жизнь, не связаться с какой-нибудь змеей, а создать нормальные человеческие отношения, где тебя будут уважать, и ты будешь любить и ценить эту женщину. Если у тебя не получается самостоятельно это сделать, я приглашаю тебя с 20 по 29 число, число мая, да, то есть внедрить это с моей поддержкой. Я готов тебе помочь легко. То есть я и моя команда, мы будем вот так же по видеосвязи, только я буду это лично тебе говорить. Я буду тебе помогать, слушать, что ты делаешь. Ребята из моей команды будут это делать. И, соответственно, у тебя будет результат. Значит, успех с женщинами под ключ с 20 по 29 число. Что это? Это теория плюс практика. Теория – это вся моя система, полностью все мои материалы с 60% скидкой. И возможность тут же внедрить это сразу же в 10-дневном практическом онлайн-марафоне. Онлайн-марафон предполагает то, что тебе не надо идти в отпуск, тебе надо идти и жить обычной жизнью. И мы плавно встроим это в твою жизнь, эти навыки, через специальные легкие, комфортные, по нарастающей выстроенные упражнения. И ты будешь легко и комфортно общаться с красивыми, самыми лучшими девушками своего города. Как? Почитай здесь подробности. То есть еще раз. Практически онлайн-марафон плюс теория. Все это с гигантским скидосом 60%, только для того, чтобы ты лето очередное не профакапил. Оно начинается уже. Жить надо, какие бы сейчас события ни происходили. Надо как-то отвлекаться, нужно искать себе женщину для семьи. И я готов тебе в этом помочь. Итак, ссылка под видео. Марафон 10 дней вместе со мной, с моей поддержкой, с моей командой. И теоретический материал. Все. И не будет больше никаких отмазок. Поэтому, мужик, давай, вписывайся. Скоро увидимся там.